Привет, будущий студент! Я Рамазанова Регина, и я нахожусь около моего любимого Казанского государственного энергетического университета. Выпускники многих школ стремятся поступить именно в энергетический вуз Казани, и на это есть свои причины. Абитуриент, сейчас мы расскажем тебе, чем же уникален наш университет, как учатся здесь студенты и чем он гордится. Вопрос развития энергетики был и будет оставаться актуальным. Наверняка ты слышал о возобновляемых источниках энергии, об альтернативных способах получения энергии, о важности сохранения экологии и о других экотрендах нашего мира. Ведь все эти темы начинают все чаще затрагиваться в современном обществе. Это доказывает, что сфера энергетики имеет большую значимость и по сей день, потому что наш мир невозможно представить без света, тепла и удобств, которыми мы привыкли пользоваться в повседневной жизни. И все это благодаря непрекращающемуся развитию энергетической области. Для обеспечения производства высококвалифицированными специалистами необходимо высшее учебное заведение, которое сможет дать студенту качественное образование, подкрепленное реальными знаниями. Одним из таких университетов является Казанский государственный энергетический университет. КГУ десятилетиями воспитывает элитную плеяду энергетиков нашей страны, самых востребованных специалистов, которые представляют ведущие и топовые компании нашей страны и ближнего зарубежья. 18 июля 1968 года был открыт Казанский филиал Московского энергетического института. Теперь это уникальный и развивающийся вуз, который является одним из трех специализированных энергетических университетов и единственным энергетическим вузом в Поволжье и на Урале. Наш университет сотрудничает более чем с 30 университетами и ведущими корпорациями. В энергоуниверситете обучается более 10 тысяч студентов из 40 стран мира. В нашем университете реализуются все уровни высшего образования, 4 института, 33 кафедры и более 400 научно-педагогических работников, многие из которых являются профессорами и кандидатами технических наук. Именно в нашем университете созданы все условия для плодотворной учебы и научной деятельности, благодаря которым ты станешь самым лучшим специалистом. Уверена, что ты захочешь увидеть физико-химическую лабораторию, центр компетенции технологий в области энергосбережения, лабораторию БАЛОВ, научно-технический центр ДАН, научно-образовательный центр ЭВАН и не только. Тогда добро пожаловать в технопарк нашего университета! Все лаборатории снабжены современным оборудованием. У каждого студента есть возможность проводить здесь свои опыты для написания научных работ. Здесь каждый год ученые, преподаватели и студенты совместно с предприятиями республики создают новые технологии и инновационные продукты. Всего в университете более 140 тематических центров и лабораторий, большинство из которых созданы совместно с мировыми производителями. Как мы и говорили, КГУ уникален, ведь только у нас есть единственный в России учебно-производственный полигон. Подстанция 110 на 10 кВт и распределительные сети 0,4-10 кВт, где проходят практические и исследовательские занятия у студентов. Энергоуниверситет насчитывает 6 корпусов, 5 из которых находятся на территории студенческого кампуса. Десятки лекционных классов, современно оборудованных лабораторий, компьютерные классы и тренажеры. И сейчас мы находимся прямо у дверей нашего университета. Я с радостью расскажу тебе все самое интересное в нем. Ты удивишься, какая атмосфера студенчества, знаний, науки здесь царит. Уверена, что тебе здесь понравится. Следуй за мной. В В-корпусе находятся дирекции всех институтов. Институт электроэнергетики и электроники, теплоэнергетики, а также Институт цифровых технологий и экономики. Чтобы отдохнуть между парами, ты можешь устроиться в прекрасном лобби для студента с фотозоной, где изображена символика нашего вуза. Сейчас мы находимся в корпусе D. Здесь ты можешь найти музей КГУ, музей истории и развития энергетики. В корпусе А находится актовый зал, место, где наши талантливые студенты радуют всех нас своими выступлениями. Тут проходят такие значимые события, как День первокурсника, Я с Гузелем, Мистер и Мисс Энерго, Пушкинский бал и многие другие мероприятия. Также тут проводятся праздники, форумы и встречи. Б-корпус у нас ассоциируется со спортивными мероприятиями, такие как спартакиады первокурсников, сдача ГТО и другие. Ведь именно тут находится наш спортивный зал. Спортивный клуб насчитывает более 30 секций по различным видам спорта. Наш вуз стабильно находится в тройке сильнейших команд студентов Республики Татарстан. Также у нас есть второй спортивный зал в Е-корпусе.
Про столовые мы тоже не забыли. Вкусно и по доступной цене ты сможешь покушать в столовых корпуса А и Д. Конечно, для студентов важны комфортные условия для проживания. В шаговой доступности находятся 3 общежития на 1928 мест. Также сейчас идет строительство нового 4-го общежития. Наши общежития не раз признавались самыми лучшими на вузовских, региональных и всероссийских конкурсах. Ну и как же жить студенту без стипендии? Не беспокойся, наш вуз один из немногих, кто обладает самыми высокими стипендиями. Уже с начала учебного года в осенний семестр ты сможешь получать ежемесячную стипендию в зависимости от суммы баллов ЕГЭ. Также призеры и победители Олимпиад смогут получать государственную академическую стипендию. В нашем университете ты обязательно найдешь то, что тебе по душе. И тебе в этом помогут 18 студенческих общественных организаций, каждый из которых готов тебя принять в свою семью. Первокурсник, теперь ты знаешь об энергоуниверситете чуточку больше. Я рассказала тебе все самое важное о нем. И настало твое время. Учись, пробуй, узнавай мир вокруг себя. Не бойся проявить себя и покоряй новые вершины. Первокурсник, ты сделал свое первое правильное решение. Теперь ты студент Казанского государственного энергетического университета. Добро пожаловать в нашу большую и дружную семью!